Традиционный обзор субботних покупок. Сегодня такая солянка. Такой вот комплект календарей. Это у нас 92-й год. Запад-Уралбанк выпускал такие календари с гербами. Абсолютно новый. Подарили нам постоянным клиентам. Дальше традиционно у нас ножи. Такой вот нож горький, нечастый, с кучей разного полезного инструмента. Ложки, вилки, все положено. Такой вот нож. Открывашка, жабочонок, зоновское творчество, пара зажигалок, тут у нас и Рига, бензиновая, газовая, такая вот монета, это у нас один австралийский доллар. Унцовка, серебро, 31 грамм, год козы. В очень неплохом сохране. Пару раз всего доставалось. Такая вот опасная бритва Солинген. Лезвие в хорошем состоянии. Чуть-чуть, правда, подржавело. Все. Немного вот ушатана сама ручка. Посмотрим. Оригинальный футляр. И вот такая вот пока неизвестная вещица. Документы. Скорее всего, что-то об окончании учебного заведения мусульманского, судя по арабской вязи, по даты вот нашли 1916 год. Будем сейчас разбираться, вообще стоят они чего-то или нет. Ну вот такая вот закупка. Сейчас лето, многие поуезжали, поэтому без особых, может быть, раритетов, но тоже неплохой улов. Если что-то у вас есть на продажу или просто для оценки, пишите. Всегда готовы рассмотреть ваше предложение. Все, всем пока.